Привет всем! Привет, наши дорогие! Мы за вами очень соскучились. Я надеюсь, все видели наше предыдущее видео, потому что сегодня продолжение его, так как я обещала рассказать, что же все-таки случилось с нашим Лео. Вы не поверите. Мы заболели, но, слава богу, это, в принципе, не такая болезнь, над которой стоит очень сильно заморачиваться. Сейчас мы покушаем. Это он малыш. Давай сосочку. Вот. Мы поехали к врачу, как я вам и говорила. Нас, слава богу, приняли. Вот, посмотрели, все нам прописали. Так что очень хорошо, что я сразу позвонила, и сразу мы попали к врачу. Сейчас я... Ну, вы, наверное, думаете, что за болезнь. Сейчас Лео доест. Я вам покажу его поближе. Я думаю, вы сразу догадаетесь. И вам не нужно будет даже говорить. Ну что, готовы? Смотрите. Привет, Лео, привет, мой золотой. Скажи привет, привет. Ну что, догадались? Наверное, да. У нас ветрянка. Вы догадались правильно. Я думаю, все догадались. Посмотрите. Мы пришли к врачу, и она, когда начала его слушать, сзади на спинке увидела первый маленький пупырышек, волдырик. Вот, сейчас у нас посыпала полностью тельце. Я, кстати, его не буду, да, лишний раз трогать. А ручки начали, вот. Здесь, здесь, ножки наши сладкие, сейчас покажу, сейчас я поставлю, это мне неудобно держать. Ножки пошли полностью сыпать, и потихоньку нас сыпет, 21 день нас будет сыпать, вот видите, видно. Пупырышки просто всюду. Вот они. Поэтому я сильно не хочу его трогать, не хочу не переодевать, не раздевать. Памперс мы только меняем, потому что мыться нам нельзя пока еще, пока сыпет. Сейчас вот. Я вам покажу, что нам прописали. Нам прописали вот такую вот мазь, наверное, больше. Она такая жидкая, коричневого цвета, сейчас я вам покажу, вот налью, вот такая вот вязкая. Нам нужно обрабатывать прыщички, вот, которые у нас появляются новые, и надеюсь, что оно не так будет чесаться сильно, потому что очень оно свербит деткам, но если честно, то пахнет не очень. Еще нам сказали сдать обязательно анализ мочи. И посмотрите, ну, пробирочка отлично. Ну, хорошо, что Лео у нас мальчик. А представьте, если бы была девочка, каким образом вообще собрать анализ? Как она откручивается? Нет, она, кстати, очень хорошо закрывается, поэтому ничего не прольется. Ну, для мальчика хорошо, не спорю. Но как девочке собирать анализ? Большой вопрос. Наверное, все-таки с горшочка. Вот, но хотя маленький ребенок двухмесячный не ходит на горшок, поэтому большой вопрос, как собрать анализ. Ну, хорошо, что у меня Лео, поэтому у нас без проблем. Лео у нас, понятно, что очень тревожный, его очень, наверное, беспокоят все-таки эти высыпания, которые чешутся, как всем известно. Главное, чтобы он их сильно, особенно на личике, не трогал, поэтому я его буду на ночь пеленать. Вот, ближайшие 3-4 дня, чтобы он не расковырял эти вулдырики, потому что если их расковырять, то останется шрамик на лице. Не хочу, чтобы ничего, что-либо осталось. Вот, поэтому будем стараться за этим смотреть. Вот, так что вот такие вот у нас дела. Спешила с вами поделиться нашей болячкой, но я считаю, все-таки, чем младший ребенок переболеет ветрянкой, тем лучше. Потому что я болела ветрянкой уже в 29 лет, и я вам скажу, я думала, что я умру. Вот.
Поэтому моя мама, кстати, думала, что я ветрянкой переболела еще в детстве. Вот. Ну, или я второй раз болела, или первый раз это не была ветрянка. Вот. Потому что я переносила очень. Я думала 2 дня, что я просто умру. Вот. Поэтому лучше все-таки детскими болезнями переболеть в детстве. И чем младше малыш, тем легче он перенесет это. Вот. Так что вот так вот. Хочу вам сказать огромное спасибо. Вот. Обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на наш канал. Мы вас будем ждать в следующем видео. Мы вас очень любим и очень по вам скучаем, когда долго не снимаем. Вот. Но сейчас мы постараемся все-таки снимать по вторникам и пятницам, то есть выпускать видео. Надеюсь, нам ничего не помешает, как всегда. Вот. И будем надеяться с вами на скорую встречу. Обязательно, кстати, просили прямой эфир. Обязательно мы с вами как-нибудь договоримся о времени. Вот. И обязательно тоже снимем прямой эфир. Ну, а на сегодня пока-пока!